Две любимые вещи? Сама жизнь, безусловно, на первом месте состоит. Второе – нераздельная любовь. А третье – ненависть, чтобы лучше чувствовать любовь. Что было самым ярким воспоминанием вашего детства? Воспоминание какое? Как я хотел быть взрослым, я был. Скажите, авторство какой песни вы хотели бы себе присвоить, если бы так получилось? Я ничего не хочу присваивать, я хочу написать свои, и мне будет приятно, если они понравятся слушать. Поехали! Почему вы ушли из «Браво»? Так веселее мне. Чем веселее? Веселее, чем «Браво». Хорошо, расскажите, что вы приобрели, а что потеряли с уходом из «Браво»? Приобрел завтрашний день, самое главное, а «Браво» остался во вчерашнем, но я благодарен этим 5 годам, которые я там провел, а сегодня я имею группу своей мечты и компанию. Извините, сори.